Здравствуйте, дорогие друзья! Я Буркина Олеся, и мы опять с вами сейчас находимся в спа-салоне 7 СПА, это в Таиланде, напомню, в Паттайе, в северной ее части. И мы находимся опять в этом салоне только лишь по одной причине, что этот салон работает с очень элитной косметикой, и здесь очень опытные мастера, и я вам очень советую посетить этот салон. Сегодня мы пришли в этот салон чуть-чуть поближе познакомиться с элитной серией антицеллюлитных средств Gold Shape. Эту серию знают во всем мире. Если вы наберете в интернете в поисковой строке это название, вы увидите видео на разных языках с разных концов света, потому что этот крем уже несколько лет назад завоевал свою популярность благодаря тому, что он действительно работает. И это не один крем, вот есть он в разных видах, это, насколько я понимаю, это и домашняя серия, и профессиональный крем, который нужно применять прямо во время массажа. Подробнее про этот крем вы можете почитать на нашем сайте, потому что именно наш интернет-магазин attentive.ru торгует этой чудесной косметической антицеллюлитной серией. Ну, сейчас мы здесь застали очаровательную девушку Александру. Она именно сейчас пойдет на этот сеанс массажа. Я, правда, совершенно не представляю, что она там будет массировать, но мы ее спросим об этом лучше после того, как. Саша, вы первый раз вообще на этот массаж идете? Да, я решила попробовать первый раз, потому что услышала очень много рекомендаций. Отзывов, да? Отзывов, да. Мои друзья говорили, что это классно. Они, конечно, не говорили мне сходи сделай. А что они говорили классного-то в этом креме? Что классного там помогает хорошо? Да, видят результат. А после какого сеанса виден результат? Мы потом у вас спросим уже, видите ли вы результат? По себе, да. Их как-то тут измеряли? Вы спрашивали у них? Нет. Там, как они видят? Или они просто смотрят и видят, что там как-то юбка стала как да, раз? Да, по одежде. По одежде. Мне говорили, видят, что одежда становится свободнее. Одеваешь в то, в чем пришел, и она тебе большое. Здорово. Ну, давайте, друзья, сейчас пойдем подсмотрим, как маленький кусочек, как будут Саше делать массаж, мы долго ее отвлекать не будем, и спросим уже у нее после. Хорошо? Увидимся. Пока. Вначале очень мягко мяли, потом сильнее массаж этот проходил, более интенсивно? Конечно, конечно. Наносили очень глубоко крем. Были даже такие похлопывающие. Вы наверняка слышали, как меня там шлепали. Ну да, мы слышали, но мы только видели вот такие вот мягкие. Может, при нас вас не стали так массировать просто? Нет, это они когда втирают крем, наносят его, это очень нежно, очень приятно. Но когда они начинают его вбивать в тебя, то это и слышно, и ощущается, скажу я вам, да. Но так, да, Саша, что вы там массировали? Вот мне интересно, вы худенькая, стройная девушка. Мне просто интересно, что вы-то нашли у себя. Мне кажется, каждая девушка знает, что где-то у нее есть что-то, что можно подкорректировать.
Как ощущение? Было ли какое-то жжение на коже? Там, я не знаю, некоторые крема, они очень сильно жгут, горят на коже буквально, что больно, или человек выдерживает процедуру. Какие ощущения? Только приятные именно от крема. У него не жгучий, просто охлаждающий такой, холодящий чуть-чуть эффект на коже чувствуется. Ну, приятная в целом процедура или болезненная? В целом да. Я делала антицеллюлитные массажи. И это достаточно-таки больно, потому что там есть разминающие такие манипуляции. Здесь просто наносится крем. По сравнению с антицеллюлитным массажем, это просто сказка. Так, ну, возможно, у нас получится увидеть Александру, застать здесь еще раз. И мы у нее тогда спросим о следующем результате, да, там какой результат будет. А сейчас что-нибудь отметили? Как-то, может быть, кожа где-то подтянулась или как-то объем какой-то чуть-чуть. Вообще сейчас живот в таком тонусе, как будто я очень долго качала пресс, если честно. Ну, я еще измерилась. Здорово. Ну, друзья, мы побываем здесь обязательно еще раз, обязательно поймаем здесь еще кого-нибудь и спросим ощущения тоже про этот крем, чтобы вы лучше понимали, о каком креме вообще идет речь. Спасибо вам большое, до встречи. Здравствуйте, Светлана. Я вижу, вы сейчас только что вышли после процедуры. Расскажите, что это была у вас за процедура такая? Программа была по коррекции фигуры минус 7 сантиметров. Крем? А у вас каким кремом? Крем, как он называется? Gold Shape, да, вот крем. Мы ездим первый год в Таиланд и всегда проходим по возможности без процедуры здесь. И как вам понравилось, как ощущение после массажа? После массажа ощущение очень хорошее. Ну, если мы не первый раз, нам, конечно, очень нравится. Даже муж уже ко мне присоединился. Здорово. А подскажите, как кожа себя чувствует? Что вы чувствуете на коже, когда вам делают массаж вот с этим кремом? Потому что многие спрашивают, бывает очень сильно жгется крем, бывает наоборот, там вроде реакции даже никакой. Ну, в первый раз, мне кажется, конечно, реакции не будет, когда люди привыкают. В первый раз очень как-то дискомфортно, а потом все больше нравится, все приятнее, кожа становится плотнее, упругнее. А результаты? Результаты? Фигурочка стройная, красивая. Да, это вам нравится, раз уже да. Первый раз уже приходите. Да, 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 очень добрый персонал, будущего прям чувствует клиенту, что хотят, мы получаем, что хотим. Спасибо, и дорогие друзья, я вам желаю, чтобы ваши клиенты давали точно такие же отзывы о вашей косметике, о вашем салоне и постоянно приходили к вам. Спасибо.